Интернет штурмует новый исполнитель MC Резиновые Уточки. Наверное, так можно назвать эту группу. Ну, многие уже послушали. Предлагаю и вам. Мы с вами выпускающим редактором Аркадием первыми пойдем покупать билеты на концерт этой корейской группы. Ну а когда резиновые уточки собираются в стаи, уточки, курочки, неважно, и улетают на юг или в магазин, от них лучше держаться подальше, потому что может произойти следующее.